Всем привет! Я в этом видео хочу вам показать, какие орхидеи у меня расцвели и каким цветом цикламены получились. Первая вот эта орхидея, это орхидея Сан Пассат. Очень приятно пахнет ее цветки, особенно запах раскрывается тогда, когда попадают прямые солнечные лучи, и тогда очень красивый такой аромат, достаточно такой крепкий получается. Еще у меня здесь много бусинок. Вот так выглядит цветочек, когда мы смотрим на него с другой стороны, еще совсем не раскрывшийся. Цветочки у меня будет несколько цветов еще добавится. В принципе, вот этот Сан Пассат никогда не цвел большим количеством цветков. Обычно это где-то 7-8 цветков, не больше. Следующим желтеньким цветочком у меня является Oncidium Sweet Sugar. Такой сладенький сахарок переводится. Чем мне нравятся именно эти цветки? Уже вы видите, что он отцветает, но я все-таки хочу запечатлеть этот момент, когда он зацветал, в принципе, вообще ничего не цвело в тот момент. Сейчас посмотрите, что мне нравится в этом цветке. Уникальный, красивый очень цветок, похожий на барышню юбочки. Очень красивенько. Итак, следующее растение — это камбрия. Эту камбрию я покупала, не знаю, какое название у нее, был просто номер порядковый, и продавец при продаже его тоже не знала, какой номер. Бывает так, что этикеточка затеряется, и мы, собственно говоря, не можем сказать, как же называется тот или иной цветочек. Поглядите, насколько уникальный, особенно вот этот цветок. У него верхний лепесток как бы раздваивается и имеется два пыльничка, да? Так, цветочек этот не имеет запаха практически. Цветок достаточно крупненький. Не могу сказать, что это какая-то мелочь. Нет, все прекрасненько. Еще не все цветочки раскрылись. Очень интересным является именно вот эта серединка. Еще хотела сказать, что при поливе у него очень активно вырабатывается сок. Сок чаще всего вот здесь на стыках, там, где растение, цветок появляется. В принципе, растение, ну вот я не чувствовала никакого запаха. Может быть, в определенный момент когда-то и можно увидеть запах этого цветка. Ну вот такое растение. Этот цветочек у меня находится уже года 3, и за 3 года это первое цветение. Я не знала, как он будет цвести, как будут выглядеть его цветки, но вот все-таки мне удалось немножечко его заставить зацвести, скажем так. Достаточно сложно его было зацветать, но это того стоит. Очень красивый кирпичный такой цвет. Мне вот это именно такой цветок, который он есть. Бутончик вот такой же, он темноватый, который здесь с краешку. Так, следующее растение. Следующее растение — это Калманара Силк Монарх. Мы с вами его определяли тоже. Пахнет он каким-то шоколадом, маслянистым шоколадом, я даже так бы сказала. Очень сильный аромат. Снова в цветении появился цветочек очень интересной формы. Он дает всегда один цветок необычной формы. Посмотрите, у него две губы и огромная корона из лепестков, как бы два цветочка, соединенных вместе. Очень мне понравилось это растение. Оно, в принципе, легко зацветает, но зацветает при моих условиях, которые я могу создать только под Новый год.
только под Новый год. В принципе, цветки достаточно долго сохраняются. Но вот если цветочек уже начал вот так желтеть, низиночка вот это, все, значит, уже мы скоро-скоро будет уже завершаться цветение. Растение очень мне нравится. Надеюсь, и вам понравится. Просто вид хотя бы посмотреть. Но, в принципе, для меня камбрии это достаточно, ну так, дорогие, тяжелые, вернее, растения. Посмотрите, здесь и на веточке, на самой цветочной, и вот здесь, где соединяется у нас ножка цветка с палочкой или как с цветоносом, здесь образуется вот такой сладковатый, липкий, сладковатое липкое вещество. И надо сказать, что в принципе его достаточно много. Видите, капельки висят, но оно такое липкое. На вкус не пробовала, не знаю, но я так думаю, что так как от него пахнет вот этим сладким чем-то, шоколадом, я думаю, что все-таки это тоже связано. Вот еще хотела показать, что где у камбрии происходит цветение. Когда у меня еще эти растения не цвели, мне все было интересно, где же происходит цветение. Вот где вот эта бульба и последний лист от бульбы, вот там и образуется цветонос. Так, поэтому где-то вот там теоретически может быть тоже цветоносик, вот где между бульбой и последним листом. Следующим цветочком, который я хочу вам показать, это является вот это растение. Названия у него нет, но цветки, надо сказать, когда мы его приобретали, цветки были раза в два меньше. Но и было три, по-моему, веточки. Чем больше цветочков образуется, тем меньше размер цветка. И когда он образуется, цветочек несколько меньше, и со временем цветок все больше и больше раскрывается и увеличивается в размере. Это орхидея. У нас дала две веточки. Видим, да, две веточки. Цветочки очень такие симпатичные. Розово-сиреневые, наверное, вот как-то так их можно назвать. Так, серединочку покажу вам. Серединочка выглядит вот так. В принципе, очень я довольна. Это растение, любимое растение моего ребенка. Сейчас понюхала, аромата он не имеет, это растение, совершенно. Так, в отличие от предыдущих, это растение мини. Оно очень маленькое, цветки оно образует тоже очень-очень маленькие, но симпатичные такие полосатики. Растение это я приобрела через одноклассники. Ну вот оно мне понравилось. Было вот такое с розовыми прожилочками и с голубыми прожилочками. С голубыми прожилками вот такое растение у меня только формирует цветонос. Здесь видно, что часть бутонов была по какой-то причине сброшена у этого растения, но бусинки начали снова формироваться. Будем надеяться, что это растение у нас окрепнет, будет достаточно хорошо цвести. Запаха это растение не имеет. Ну а сейчас перед нами красавица беленький. Беленькая, но здесь нельзя, знаете, орхидею то нельзя назвать, что это мини, потому что у нее достаточно крупные листки и цветочная трубка достаточно большая, но цветочки сами по себе очень мелковатые. Я думаю, что все-таки название, вернее, к виду она относится к мини, к миди, вроде как-то нечто что-то среднее. Всегда цветет прекрасно, цветет пышно, чаще всего дает две веточки к цветению. Ну ладно, в этот раз у нас всего одна, но зато сколько этих цветочков. И надо сказать, что у него еще не закончен рост всех бутончиков. Когда начнут отмирать вот эти, которые первые раскрывались, это растение снова будет давать бусинки. И был у меня даже период, что даже вот сама цветочная вот эта трубочка, палочка, она была вот как бы, ее обвивала я несколько раз, прихватывала я за палочку держатель, и в принципе очень хорошо и прекрасно это растение
цвело. И мне оно напоминает как бы на цветы невесты, наверное, вот так. Итак, я понюхала, это растение имеет несколько такой перечный, я бы сказала, аромат. Он не сладковатый, но такой достаточно жестковатый. Но небольшой аромат, приятный. На этом про орхидеи все. Вашему вниманию я представляю своих цикламенов, которые растила из семян. Надо сказать, что эти цикламены, они по цвету, который был заявлен при посеве, пока вот ни один не процвел. У меня одна есть, это белый, абсолютно белое растение, маленькое, и листочки у него маленькие, и цветочки маленькие. Сейчас видите, маленькие такие листочки, и цветочки сами по себе маленькие. Следующие вот эти два вот этих цветочка, смотрите, один только раскрылся, и второй, они вышли из семян, выросли из семян Golden Pearl, золотая или желтая девочка. К сожалению, желтого цвета здесь совершенно никакого нет, но радует то, что эти растения у меня процветают по-разному. Одно достаточно крупные, у вот этого растения цветки очень крупные, такие крупноватенькие, симпатичненькие. Вот, и у них серединка здесь более розовая. Вот если здесь смотреть, то здесь более сиреневая серединочка, или как глазок его еще называют. И цветок несколько меньше, и при этом он еще бледнее, да? Не такой яркий, если вот так покажу. Вот это настоящие цвета вот этих двух растений. В принципе, я довольна выращиванием из семян цикламенов, но, знаете, могу что сказать, что сложно, конечно, растить цикламенчики, купленные в магазине, сохранить им здоровый вид и пышное цветение. Также сложно же сохранить вообще рост этих цикламенов. У меня достаточно несколько штук погибло, потом несколько штук немножко я их засушила, когда они уже начинали зацветать, так получилось, что вовремя я не полила это растение, нужно не просушивать сильно. Ну, как сильно? Ну, вот если, например, дней 10 не поливать, это губительно для них. Затем мы их поливаем, и все, корневая система уже отсохла, скажем так, и начинает гибнуть растение. У меня есть сейчас одно растение, я его показывать не буду вам, поверьте мне на слово, мне его очень жалко. У него были такие фиолетовенькие цветочки, покажу вам. Были вот такие фиолетовенькие цветочки, и они уже засохли, и растение это у меня погибает. Но это, к сожалению, конечно, без потерь у меня вообще никогда ничего не происходит, чтобы это касалось орхидей, касалось либо это цикламенов, либо это кактуса касается. У меня всегда есть какой-то естественный отбор, скажем так, есть потери. Но при этом есть и цветение, то, которое меня, в принципе, радует. На этом все. Вам я желаю всего самого наилучшего, быстрее, полегче отойти от новогодних праздников. На этом все. До свидания.